Штаб по обеспечению пожарной безопасности создадут в округе. Такое решение приняли на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Насколько готовы люберецкие спасатели к пожароопасному периоду, знает Мария Антонова. Штаб по обеспечению пожарной безопасности заработает в летнее время. Он будет круглосуточно собирать информацию о возникновении пожаров на территории округа. Вообще, ежегодно с наступлением пожароопасного периода на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим. О готовности к этому времени доложили на заседании. Вся пожарная техника переведена на летний режим работы. Создан необходимый резерв горюче-смазочных жидкостей. Личный состав прошел дополнительное обучение, провели необходимые инструктажи. То есть личный состав Люберецкого гарнизона готов к проведению пожароопасного периода. Также Максим Катаев добавил, что ежедневно на территории Люберецкого округа на дежурство заступает 8 спецмашин и около 35 человек личного состава. Каждый из них прошел дополнительное обучение перед наступлением пожароопасного периода. Одним из вопросов повестки также стало обеспечение безопасности на водоемах в период купального сезона. Организовать на водоемах, на водных объектах, места массового отдыха, спасательные посты для оказания помощи пострадавшим на воде. Исключить продажу крепких спиртных напитков в местах массового отдыха воды, а также любых напитков в стеклянной таре. Также он добавил о необходимых проверках и подготовке состояния пляжных зон. Помимо этого, Владимир Смирнов напомнил о запрете использования в период купального сезона гидроциклов и моторных лодок. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.